столице состоялось очередное заседание Конституционной комиссии по формированию предложения о внесении изменений в Конституцию Республики Узбекистан и реализации организационных мер. На заседании, в котором приняли участие члены данной комиссии, эксперты, заслушана информация о проведенной работе по получению и рассмотрению предложений по внесению изменений и дополнений в основной закон страны. Конституционная комиссия продолжает принимать предложения 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день их количество составило более 35 тысяч. Большинство предложений поступило посредством электронной платформы meninkonstitutsiyam.uz, а также в электронном виде. Остальные предложения поступили посредством махалей, кенгяшей народных депутатов на местах, через печатные СМИ, телевидение и радио. На очередном заседании Конституционной комиссии отмечалось, что проводимые конституционные реформы являются выражением воли и благородных целей нашего народа, логическим продолжением демократических преобразований в нашей стране. Были детально рассмотрены поступившие предложения, полученные и отобранные рабочей группой комиссии, а также изученные информационно-аналитической сводной группой. Члены комиссии отметили, что количество и качество предложений, поступивших от граждан, за последнюю неделю резко возросло, что еще раз подтверждает, что наши граждане проявляют активность в данном процессе. Предложения, они очень умные, сложные. Во-первых, они конституционно покрывают те изменения, которые уже произошли. Их нужно закрепить конституционно. Во-вторых, есть такие предложения, которые будут обеспечивать дальнейшее развитие страны. Для меня очень близка 41-я статья. Это касается образования и воспитания нашей молодежи. Если открыть конституцию, глянуть 41-ю статью, она очень коротенько, очень скудное. Что мы дополняем? Во-первых, мы закрепляем, что получение общего среднего образования бесплатное, оно гарантируется, оно обязательно. Во-вторых, мы здесь отмечаем то, чего не было в действующей Конституции, гарантию и необходимость дошкольного образования и воспитания. Третье, государство гарантирует и помогает развитию науки, научных исследований, инновационной науки. Я думаю, мало в какой стране конституционно закрепляются такие гарантии. Также получены предложения о внесении норм о том, что каждый гражданин вправе обращаться за защитой своих прав и свобод и законных интересов в национальные институты по защите прав человека, о гарантировании свободы всех религиозных организаций, ведущих деятельность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. У нас существует 16 религиозных конфессий и более 2000 религиозных организаций. Конституция, которая вчера работала, сегодня требует дополнения и изменений. И в том числе среди них, конечно, и дополнение 61-й статьи основного закона именно про конфессии, для того, чтобы создать им все условия для работы, для того, чтобы была государственная защита всех этих конфессий. Тот факт, что значительная часть поступивших от граждан предложений связана с защитой прав и свобод человека, свидетельствует о необратимости реформ в сфере обеспечения прав человека в Узбекистане. Ряд наших сограждан выразили пожелания и предложили дополнить 17-ю статью Конституции важными принципами, исходя из общепризнанных принципов международного права. Уважение прав и свобода человека, 17-я статья, как нам известно, это статья, которая касается принципов внешней политики Республики Узбекистан. Вот наши сограждане предлагают именно дополнить этими принципами, с чем Конституционная комиссия согласилась. Сегодня также отчетливо видна деятельность институтов гражданского общества, особенно политических партий, махалей и научно-исследовательских институтов. Представители гражданского общества, с одной стороны, вносят обоснованные коллективные предложения по совершенствованию Конституции, а с другой – активно участвуют в разъяснении конституционных реформ народу. Также в ходе заседания была представлена информация о реализации медиаплана по широкому освещению конституционных реформ в СМИ и социальных сетях. В целях предоставления гражданам оперативной, объективной и полной информации о содержании изменений и дополнений в конституционные реформы налажено эффективное сотрудничество с телевидением, радио, газетами, журналами и интернет-изданиями, что является важным фактором донесения конституционных реформ простым и понятным языком. По итогам заседания было принято соответствующее решение по вопросам повестки дня.